אבא, אני מבקש שעכשיו, לפני המסר, אתה תפתח את הלב שלנו ותמלא אותו בדבר שלך. Отец, я молюсь, чтобы перед проповедью ты открыл наше сердце и наполнил его твоим словом. Чтобы באמת יוכל להתגשם בחיינו. Чтобы оно могло исполниться в нашей жизни. Чтобы נוכל להבין אותו ולהשתמש בדבר שלך ביום יום שלנו. Твое слово в нашей каждодневной жизни. אתה תמלא אותנו, אבא. Ты наполни нас, Отец. בשם ישועה. Во имя Иешуа. Амен. אתם יכולים לשבת. תודה сесть. לקבוצת הלל. אז היום המסר שלי הוא נקרא מה אדוני דורש ממך. И сегодня моя проповедь называется "Что Господь требует от тебя". אני יודע שחלק מכם אולי מכירים את הפסוק הזה ממיכאי. Я знаю, что, возможно, многие из вас знают это место Писания из пророка Михея. Вы знаете, наверное, наизусть этот стих, что требует от тебя, о человек, что требует от тебя Господь. Но я хочу начать бемет ми парашат шавуа, что сегодня мы קראנו, что Элохим אומר: "Тасим лифанеха шофтим вешотрим". Но я хочу начать с недельной главы, которую мы прочитали сегодня, где Бог говорит: «Поставь себе судей». И судите судом праведным. Не извращай закона, не смотри на лица, не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землей, которую Господь Бог твой дает тебе. Мы видим, что Господь говорит каждый раз про суд и правду, про праведность, которую требует от нас Бог, чтобы мы делали правильные вещи. Почему он требует это от нас? Потому что сам он делает то же самое. В 10 главе мы тоже уже читали это. Мипасук Швайс, Рабоникра. 17-18, давайте прочитаем. Ки Адунай Элоим, у Элоей, а Элоим, в Адуней Адоним. А Эля Гадоля Гебор. והנורא אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, עושה משפט, יתום ואלמנה, ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. Ибо Господь Бог ваш есть Бог владыка, Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. כלומר, אלוהים עצמו, הוא לא מסלף משפט, הוא שופט בצדק ובאמת. Сам Бог, он не превращает суд, он судит по правде и истине. במספר מקומות בתהילים אנחנו קוראים שכיסא כבוד שלו הוא בנוי בצדק ובמשפט, בחסד ובאמת. И написано много раз в псалмах, что его трон славы устроен на праведности и суды, и на правде, и на истине. וזה באמת גם המילים שאנחנו קוראים מספר מיכאי. И это те слова, которые мы читаем в книге Михея. בוא נפתח ספר מיכאי, מי שלא מכיר את הפסוקים האלו בעל פה, אז כדאי לנו לקרוא, פרק 6. Давайте мы откроем книгу Михея. Кто не знает эти стихи наизусть, то стоит нам их выучить. אז בפרק 6, אני רוצה לקרוא מפסוקים 6. שסתה גלווה, я хочу с 6 стиха начать читать. במאי קדם את אדוני, הכיף אל אלוהים מרום, הקדמנו בעולות, בעגלים בני שנה, הירצה אדוני באלפי אלים, ברבבות נחלי שמן, היתן בחורי פשעי, פר בטני חטאת נפשי. אגיד לך אדם מה טוב ומה אדוני דורש ממך, כי מסות משפט ואהבת חסד ואצנע לכת עם אלוהיך. Михей 6 глава 6 стиха. С чем предстать мне перед Господом, преклониться перед Богом Небесным?
Предстать ли перед Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О, человек, сказано тебе, что добро ишь, чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудре находить пред Богом твоим. אז לפני שאנחנו מגיעים לפסוקים, מה אלוהים דורש ממך, אנחנו רואים יש פה כמה מילים לפני זה. До того, как мы приходим с вопросом, что Бог требует от тебя, то есть здесь несколько слов до этого написанных. כלומר, כל הזמן אנשים הם שואלים, איך אני יכול לרצות את אדוני? מה אני יכול לעשות בשבילו? מה הוא דורש ממני? Каждый раз люди задают вопрос, чем я могу угодить Богу, что Он требует от меня, как я могу быть полезным Ему. И тогда он говорит, может быть, я принесу ему те жертвы, которые у меня есть. Я могу тысячи жертв принести перед ним. Действительно, этим ли удовлетворится Бог? Хорошо ли, когда я могу принести ему жертву? Возможно, я смогу принести ему елей, как так называется он. Это называется минха, один из корбанов. Одна из видов жертв — это принести Богу елей, минха. Или, возможно, даже самое большое, что я могу сделать для него, это отдать ему моего сына. За все грехи, за все проблемы, которые я сделал. Это то, что хочет Бог? ובאמת השאלה הזאת היא מאוד אקטואלית עד היום. איך אני יכול לרצות את אדוני? И этот вопрос очень актуальный и сегодня. Как мне угодить Богу? מי מכם מכיר בכלל את הפסוקים האלו, מה שאנחנו מדברים על זה? Кто из вас знает эти места писания, про которые мы говорим? חשוב לי להבין על מה אני הולך לדבר. Пожалуйста, поднимите руки. Мне очень важно знать, кто знает эти места писания, чтобы я знал, о чем мне говорить сегодня. יש אנשים שקרו ומכירים. אנחנו שואלים את אלוהים, מה אתה רוצה ממני? Есть люди, которые читали и знают. Мы спрашиваем у Бога, что ты хочешь от меня? ואז הנה, יש פה תשובה ברורה. И вот здесь есть ясный ответ. אגיד לך אדם, מה טוב ומה אדוני דורש ממך? О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. לעשות משפט, לאהוב חסד וללכת צנוע לפני אלוהים. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудро находить перед Богом твоим. Есть здесь три вещи. Во-первых, действовать справедливо и любить милосердие. И третье — это в смиренности ходить перед Богом. И, во-первых, есть два вопроса, и это первое действие, оно отвечает на вопрос, я скажу тебе, что такое добро. Медубар, איך יהיה לך טוב? מה תעשה אדם שיהיה לך טוב בחיים? То есть, другими словами, можно сказать, что ты, так ты будешь поступать, и тогда будет тебе хорошо в этой жизни. ואז אומר, תעשה משפט ותאהב חסד. И он говорит, действуй справедливо и люби дела милосердия. כלומר, זה דברים שמתייחסים בין אנשים, בין איש לאיש. То есть, это устав, который дан человеку между людьми. מה זה לעשות משפט? Что значит действовать справедливо? כאילוים נתן חוקים, והוא רוצה שאנחנו נתנהג אחד עם השני, כמו שבן אדם ראוי שהתנהגו. То есть, если Бог дал нам свой закон, то Он хочет, чтобы мы поступали друг с другом справедливо по Его закону. כששופטים את הבן אדם, הוא לא רוצה שאנחנו פתאום ניקח שוחד ונאשים מישהו חף מפשע. Если мы будем судить человека, то он не хочет, чтобы мы брали взятку, какой-то подарок, и за этот подарок мы осудили невиновного и оправдали виноватого. שאנחנו נסלף את האמת. Когда мы исказим эту истину.
Им потом есть ли коах и гвора, ваз они потом гозель ми мишу машу. Когда он адам халаш и хасре оним. Когда, если я достигну силы и власти, чтобы я не забрал силы у человека, у которого нет этой силы и власти. Кизе бая шайта кола хаим. Потому что это проблема, с которой человечество сталкивалось всю жизнь. Ло стам Элоим натан это милим элю. Зая безман Моше, зая безман Бейт Мигдаш, зая безман Иешуа, везе коре гам айом. Это всегда было, и не просто так Бог говорит нам эти вещи. Это было во время Моше, во время Иешуа, во время первого и второго храма. Поэтому Бог дал нам эту заповедь. Анахну мистаклим хадашот вероим, ше питом Рош ха-мемшала эхад олех лекеле, рош ха-мемшала шини олех лекеле. Мы смотрим новости, и мы видим, что вдруг одного главу правительства осудили, он идет в тюрьму, второй и так далее. Ашлиши рак медабрим алав, ве гам роцим лахнис ото бекеле, аль шохад, аль коль мине дварим раим. Про третьего только говорят, и тоже хотят его посадить в тюрьму за взятки и за различные преступления. Я думаю, что народ Израиля не единственный в своем роде, которые так поступают. Это происходит и в других народах. И это связано не только с теми людьми, которые стоят у власти. Потому что у каждого из нас есть определенный статус и определенная сила. Определенная сила и влиять на людей, которые находятся вокруг нас. И тогда Бог говорит, веди себя как следует с другими людьми. Как сказал Иешуа, возлюби ближнего, как самого себя. Это значит творить суд и правду. Вести себя справедливо друг с другом. Не искажать истину. Бог не хочет, чтобы мы только жертвами угождали Ему. Есть люди, которые преступники, которые убивают других людей, которые продают наркотики. А потом раз в месяц он приносит десятину в синагогу или в церковь. Он говорит, вот это моя жертва, которую я даю. Это жертва, которую я жертвую Богу. Но это не то, что хочет Бог. Он хочет, чтобы мы изменились внутри в наших сердцах. Чтобы пришло внутреннее изменение. כל הקורבנות בשבילו הם לא שווים שום דבר אם אין לך שינוי פנימי, אם אין שינוי בלב. Все жертвы и пожертвования ничего не стоят, если у тебя нет изменения в твоем сердце. תעשה משפט צדק. Поступай справедливо и люби дела милосердия. אז הדבר, זה הדבר הראשון, תעשה משפט צדק. Это первое, поступай справедливо и люби дела милосердия. לא. ואהבת חסד זה כבר דבר שני. А второе — это любить дела милосердия. Первое — поступать справедливо. И какая разница между поступать справедливо и любить милосердие? Любить дела милосердия — это что-то более высокое, чем поступать справедливо и каждодневные дела, которые ты делаешь. Это уже еще одно усилие, которое ты должен сделать для того, чтобы кому-то сделать добро. Это сделать кому-то больше, чем то, что ты должен сделать. Так что мы откама нахну тормим מהזמן שלנו, מההשקעה שלנו, עבור דברים אחרים, עבור אנשים אחרים. Подумайте, насколько мы готовы пожертвовать своим временем и какими-то своими средствами для того, чтобы помочь другому человеку. לאהוב חסד. Любить милосердие. זה כשבן אדם הוא לא חושב רק על עצמו, לא רק על המשפחה אולי שלו, אלא הוא חושב גם מעבר. Это когда человек не думает только про себя и про свою семью, он думает немножко больше.
זה לא שהוא מתנהג נכון, אומר את האמת ועושה את כל מה שצריך, אלא הוא באמת מנסה לדאוג גם לאנשים אחרים. Это не только когда человек ходит в правде и поступает справедливо, это немного больше этого. Он думает и о том, как сделать другому хорошо. אתם יודעים בספר מתי ישוע מדבר על אחרית הימים. В книге Евангелия от Матфея Иешуа говорит про последние дни. ובפרק 24 הוא אומר שבזמן האחרון תתקרר אהבה. И Иешуа говорит в 24 главе, что в последнее время охладеет любовь. קראתם פסוק כזה? Читали такое, да? בגלל הפשע שיהיה, בגלל עוון, בגלל חטא, ברבים תתקרר אהבה, לפחות ככה מתורגם ברוסית. По крайней мере так переведено на русских, что по причине умножения преступлений во многих охладеет любовь. אבל בעברית המילה שם, מילה אחרת לגמרי, שלא קשורה לאהבה. Но на иврите написано совершенно другое слово, оно никак не связано со словом любовь. בעברית כתוב שם שתגדל ההפקרות. На иврите написано, что שתגדל и эхпатиот клапей бенадам ахер. Что увеличится безразличие по отношению к другому человеку. Кломар гамкаха йо арбе байот. То есть и так будет очень много проблем. Амон авон, амон пеша. Много преступления и вины. Авал анашим, эм яхшиву рак аль ацмам. Но люди будут думать только о себе. Ие ло эхпат лаэм, ма коре им бенадам ахер. Им будет абсолютно все равно, что происходит с другим человеком. Эм муханим лаавкир ото, лиман ацмам. Они будут готовы его забыть, пожертвовать, пренебречь им ради себя. Вепо бедюк, Элоим омер лану. תזכור, אתה צריך לאהוב חסד, אתה צריך גם לדאוג לאנשים אחרים, לא רק על עצמך. И именно здесь Бог говорит нам, тебе нужно любить милосердие, тебе нужно также думать о других людях, не только о себе. כי כשאתה באמת מתחיל לדאוג למישהו אחר, פתאום אתה רואה שגם הבעיות שלך, הן נהיות יותר קלות והן נפתרות. И когда ты начинаешь помогать другому человеку и заботиться о другом, то ты видишь, что и твои проблемы сами по себе решаются. וזה באמת קורה בחיים שלנו. Это происходит в нашей жизни. אבל הבעיה שאנחנו לפעמים סגורים רק על עצמנו. יש לך בעיה, אתה מתחיל להתפלל רק עבור עצמך, ואתה לא רואה את הבעיות של אחרים. И проблема в том, что мы многие сосредоточены только на себе. Если у нас есть проблемы, то мы молимся только за свои проблемы, и нам все равно, что происходит с другими. אבל אנחנו גוף אחד. Но мы одно тело. אנחנו קהילה אחד. Мы одна община. ובברית חדשה כתוב תיסו את הבעיות של אחרים. И в Новом Завете написано, носите бремена друг друга. כלומר, תדאגו אחד לשני, תעשו חסד אחד לשני. То есть заботьтесь друг о друге и делайте дела милосердия друг о другу. אז לאהוב משפט ולאהוב חסד. Поэтому любить справедливость и милосердие. וצנוע ללכת לפני אלוהיך. И смиренно ходить перед Богом твоим. יש אנשים שהם ממש אנשים טובים, חילוניים. Есть люди, которые очень хорошие люди, и светские люди, неверующие. הם עושים משפט ואוהבים חסד. Они справедливо поступают и любят дела милосердия. הם ממש מוכנים לתרום את כל החיים שלהם למישהו אחר. Они действительно готовы пожертвовать всей своей жизнью ради других людей. הם ממש פשוט לא אכפת להם מהזמן שלהם, הם משקיעים באנשים אחרים. Есть люди, которые не смотрят на свое время, а отдают его другим людям. אבל יש פה עוד תנאי אחד. Но здесь есть еще одно условие. זה לא מספיק, אתה צריך גם שיהיו לך יחסים עם אלוהים. Написано, что тебе нужно еще, чтобы были у тебя отношения с Богом. ולא סתם יחסים, שאתה תלך צנוע לפני אלוהיך. И не просто отношения, чтобы ты ходил смиренно перед Богом твоим. ובאמת, מה זה ללכת צנוע לפניו? И что значит ходить смиренно перед ним? בספר מתי, פרק 23, в Матфея 23 главе написано, ישוע ממש מאשים את כל הצדוקים ופרושים. ישוע обвиняет фарисеев и садукеев. הוא פשוט שופך עליהם ממש דברים מאוד מאוד קשים. Он очень жестко говорит о них. אני אפילו רוצה לקרוא. Я даже хочу прочитать. יש פה כמה מקומות, אבל הוא אומר שאתם, אתם כמו קברות. Он тут есть несколько мест, написано, כמו קברים צבועים. Что вы как раскрашенные гробы. שנייה, אני אגיד איפה זה. רגע.
זה פרק 23. 23 глава. С 13-го где-то. Прочитай. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и ходящих войти не допускаете. Горе к вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что вы обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного, а когда это случится, делаете вас делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, что кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то виновен. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе. Суд, милости, веру, сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, оценивающие комара, верблюда, поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. אז יש פה מילים מאוד קשים של ישוע שאומר אתם מבחוץ נראים יפה. Здесь очень жёсткие слова Иешуа, который говорит: внешне вы выглядите хорошо. אבל בפנים יש בעיה. А внутри есть проблема. אז הוא באמת מדבר על אותם מילים כמו שמיכה כותב שאומר אתם עושים כל מיני דברים, אבל עזבתם это דבר הכי חשוב, это משפט, это צדק, это חסד ואתה אמונה. И здесь Иешуа то же самое говорит, что говорил пророк Михей, что внешне все кажется хорошо, но вы оставили важнейшее — суд и справедливость и правду. אומר אתם הולכים לבית כנסת, אתם הולכים לבית מקדש, אתם מתלבשים יפה. מדברים יפה, אתם מביאים תפילות ככה שכל העם רואה את זה. Он говорит, что вы красиво одеваетесь, идете в синагогу, идете в храм, красиво говорите, молитесь на показ, так чтобы все люди видели и хвалили вас. אתם מגדילים את הציציות שלכם. Вы делаете более длинным ваш цицит. Самим тфилин ככה שכולם יראו כמה אני טוב וצדיק. Вы налагаете тфилин для того, чтобы все видели, какие вы праведники. אבל זה לא מה שאדוני דורש ממך. Но это не то, что Господь требует от вас. אומר, תלך צנוע לפני אלוהים. Он говорит, смиренно мудренно ходи перед Богом твоим. הוא מחזיר עוד פעם אותנו לצדק ומשפט ולחסד. Опять-таки он возвращает нас к справедливости, к правде, к суду и к милости. ואז אומר, אבל אם אתה הולך עם אלוהים ועושה משהו, תעשה את זה ככה בסתר. И он говорит, но если вы хотите что-то сделать перед Богом, делайте это тайно. כי צנוע תמיד מתרגמים כי תעשה משהו בסתר. Слово смиренно переводится часто как что-то, что нужно сделать в тайне. כשאתה הולך עם אלוהים ואתה עושה בשם שלו משהו, תעשה את זה ככה, שלא תגיד, הנה, תגידו לי תודה, אתם רואים מה עשיתי. Когда ты хочешь послужить Богу и сделать что-то для Него, то делай это не так, чтобы прорекламировать себя и сказать: «Посмотрите, какой я молодец». Как написано, чтобы правая рука не знала, что делает левая. Сделай это для Бога изнутри твоего сердца. И не для других людей. יש עוד איזשהו מבט על המילה ללכת צנוע. Здесь еще один взгляд на слово ходить смиренно. בקהלת יש פסוקים שהם אומרים שעדיף ללכת לבית האבלים מאשר לבית משתה. Что такое קהלת? На похороны лучше. Когда мы идем в дом плача на похороны, то אומר עדיף ללכת лучше, говорит, ходить вам в дом плача, чем на пиршество. Вы лакуете милимелю, вы макашриму там лепасуку за лалехет сану алефне Элоим. Ма кешер по? Также эти слова связываются с местом писания, где говорится ходить смиренно перед Богом. Ваню шуэль, ма кешер по? Я хочу спросить, какая здесь связь? Кшата магия ле зман левая, чемишу мэт, когда ты приходишь на похороны,
באים הרבה אנשים. То приходит очень много людей. לפעמים באים אויבים של אותו בן אדם. Иногда даже приходят враги того умершего человека. באים אנשים שכעסו עליו אולי לפני שלושה ימים. Многие приходят даже те, которые поссорились с ним три дня назад. אנשים באמת שהיו אולי בעיות בינו לבין Люди, המנוח. У которых проблемы были с, с умершим человеком. אנשים שאפילו חושבים עליו לא כל כך טוב. Люди, которые не очень высокого мнения о нем были. אולי שידעו את המעשים לא טובים של בן אדם. Даже те люди, которые видели, что умерший плохо поступал раньше. אבל כשאתה עומד שם, פתאום כל זה נשכח. Но когда ты стоишь там, то все это забывается. כי זה, כל זה, זה כבר לא שווה שום דבר. Потому что все это уже не стоит ничего. ואתה עומד בלוויה ואתה מזכיר בדברים טובים שהיו. И когда ты стоишь на похоронах, то очень, то принято вспоминать хорошее об этом человеке. ובאמת אפילו לפעמים קוראים את הדברים הטובים שבן אדם עשה. Иногда даже читают и перечисляют то добро, которое сделал ушедший человек. וכלומר, כל הרע הוא כאילו נשאר מאחור. И в тот момент, как будто все зло остается позади. אתה לוקח ומגביל את הראייה שלך לדברים מסוימים. Ты ограничиваешь свой взгляд на определенных вещах. ואז מדובר פה גם, כשאתה הולך צנוע לפני אלוהים, תנסה להגביל את הראייה שלך על אנשים בכיוון הנכון. И когда написано здесь, ходить смиренно мудро перед Богом твоим, это значит сосредоточить свой взгляд на том хорошем, что есть в людях. כי אנחנו כל הזמן, מה שאנחנו רואים דבר ראשון, איך להוציא את הקוץ מהעין של החבר שלנו. Потому что первое, что мы видим, это как вынуть сучок из глаза брата нашего. נכון? אנחנו רואים, תמיד רואים את הדברים הלא טובים שבן אדם עשה. Мы всегда видим то плохое, что сделал человек. ואז הנה, ללכת צנוע זה תגביל את עצמך. תסתכל על הדברים הטובים. Ходить смиренно – это ограничить себя и смотреть на, только на хорошее, что есть у человека. להגיד עליו דברים טובים שיכולים לעודד אותו ואולי אפילו לשנות אותו. Говорить про него хорошее, то, что может его ободрить и, возможно, изменить. זה לא אומר שאני מדבר עכשיו על פשע שבן אדם עושה ואתה צריך לשתוק. לא על זה אני מדבר. Я не говорю про преступление, которое сделал человек, и тебе нужно промолчать и не говорить об этом. אלא לראות באנשים דבר טוב. Я говорю про то, что в людях надо искать хорошее. כי ככה גם אלוהים מסתכל עליי ועליך. Потому что так Бог смотрит на тебя и на меня. הוא רואה את הפוטנציאל שלנו. Он видит наш потенциал. הוא רואה מה אנחנו יכולים להיות. Он видит то, чем мы можем быть. איך הוא יכול לקדם ולפתח אותנו. Как он может развить нас и продвинуть. כי אם אתה לבן אדם תדבר רק רעה, מה הוא לא טוב, זה לא יקדם אותו. Потому что если ты только зло будешь говорить про человека, в чем он не хорош, это его не продвинет. הוא רק יכול להיכנס לדיכאון ולהתאבדות. Он только может зайти в депрессию и даже покончить жизнь самоубийством. אלוהים רוצה שאנחנו נעודד אחד את השני. Бог хочет, чтобы мы ободряли друг друга. ונשרת אחד לשני. И служили друг другу. אבל מה שמעניין, כשאני חיפשתי, ובכלל חשבתי על הפסוק הזה, מה אדוני דורש ממך? И что еще, когда я думал, размышлял над этим местом Писания, что требует от тебя Бог? פתאום מצאתי פסוקים אחרים עם אותם מילים. מה אדוני דורש ממך, ישראל? Я нашел другие стихи, где написано, что требует от тебя Бог, Израиль. וזה באמת אותו פרק שאנחנו קראנו בספר דברים, Это פרק 10. Это та глава, которую мы читали в книге Второзакония, 10 глава. פרק 10, פסוק 12. תפתחו בבקשה. 10 глава, 12 стих. Откройте, пожалуйста. כי יש פה עוד איזשהו תוספת לכל מה שאמרנו. Здесь есть еще небольшое добавление к тому, что мы все уже сказали. ואתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל ממך? כי אם לראה את אדוני אלוהיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות אדוני ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей. אז יש פה איזושהי תוספת, לא מדובר פה על משפט, על חסד. Здесь есть кое-что в добавление к суду и к правде. אבל הכל מתחיל מלראה את אדוני.
И все начинается с того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего. Если ты будешь бояться Господа Бога твоего, то ты будешь ходить путями Его. И это то, что было с народом Израиля. Когда они видят все гвура, и когда Бенадам видит все гвура Адунай, когда они видели всю славу Божию, когда они, и когда ты видишь это, то приходит страх Божий. Мы не так уж и много видели. Мы не были в этой ситуации, когда народ стоял у горы Синай и видел дымящуюся гору и землетрясение, и ты боялся, что вот-вот ты умрешь. Есть разные уровни Божьего страха. Возможно, все начинается со страха. Когда ты понимаешь, что Господь может наказать тебя. Но все это только тогда, когда ты начинаешь познавать Бога. Потому что люди, которые не верят в Бога, не знают Его, они и не боятся. Они не принимают того, что в один день они предстанут на суд и, да, и им вынуждены будут дать отчет. Перед кем они будут стоять? Перед тем, который сотворил небо и землю. И он говорит, во-первых, научись бояться Бога. Но чтобы этот страх Божий был не страх наказания, потому что этого недостаточно. Если ты уже видишь, что ты вне опасности, то ты все это быстро забываешь. Мы очень быстро забываем вещи. Он говорит, люби Господа Бога твоего. Чтобы любовь была внутри тебя. Авраам, И когда Авраам был готов принести в жертву своего сына, то Бог сказал ему, теперь я знаю, Авраам, что боишься ты Бога. Он не боялся, что Бог его накажет. Он не боялся, что вот вдруг что-то произойдет. Но он готов был отдать своего сына ради любви к Богу и ради повиновения ему. Поэтому Бог хочет, чтобы мы любили Его. Чтобы мы могли слышать Его голос и повиноваться Ему. И когда мы говорим потом, чтобы служить Богу, все начинается с этой первой любви. Когда ты познал Бога, ты хочешь служить Ему. Все уже исходит изнутри, и не наоборот. Ты уже начинаешь соблюдать его заповеди и законы, потому что у тебя это находится внутри. Когда я все это прочитал, И тогда я сказала, но есть люди, которые любят дела милосердия и поступают справедливо, и ходят смиренно перед Богом, и они боятся Бога. А при чем здесь тогда Иешуа? Есть очень много праведников среди евреев, которые верят в Бога и делают и соблюдают Божий закон. Для чего тогда Иешуа нужно было приходить и умирать, если это то, что Господь требует от человека? Возможно, если это того, что требует Бог, и я делаю это, возможно, это достаточно. הבעיה שאם אנחנו תמיד מסתכלים לקונטקסט של המילים האלו,
גם של מיכה וגם של הדברים מה שאנחנו קוראים פה. А проблема в том, что если мы смотрим на контекст того, что мы читаем и в Михее, и здесь во Второзаконии, הדרישות האלו, המצווה הזאת, היא הגיעה בגלל חטא של העם. Что эта заповедь пришла из-за греха народа. זה לא בגלל что איזשהו стандарт שאלוהים ככה רוצה. Это... זה בגלל שהייתה בעיה בעם עצמו. Это не тот стандарт, который Бог в самом начале установил. Этот стандарт установился позже, потому что Бог увидел грех народа. בגלטים כתוב שהרבה חוקים או מצוות הם הגיעו בגלל חטאים של העם. Написано в Галатах, что очень многие законы и заповеди были даны нам из-за греха нами совершенного. כל הפסוקים האלו של חגי, הוא אומר אותם, כי הייתה בעיה ממש ממש גדולה בעם. В Агее написано, что в народе была большая проблема. כי כל הזקני העם, כהנים, הם היו ממש לגמרי מושחתים. וכל הספר שלו מדבר על זה. Все старейшины и лидеры народа были все преступниками. אתם יכולים אפילו בבית לקרוא קצת את המיכי. Вы даже можете Агай или Михей? В Михее мы говорим, почитаем об этом в Михее, вы можете прочитать внимательно дома. Была проблема в народе, они не судили по справедливости. Тогда Бог сказал, вот то, что тебе нужно сделать, если есть проблема, нужно поступать так. Oto davar omer le'am Israel, ki em lifnei kama zman asu sham egel za'av v'ishtachavu lifanav. То же самое он сказал народу Израиля, потому что до этого они сделали золотого тельца и поклонялись ему. הייתה תמיד בעיה של החטא בתוך בן אדם. Всегда была проблема греха внутри человека. ואיגרת אל הרומים בפרק 3 שאומרת אי אפשר להצדק על ידי מעשים טובים, על ידי מצוות של התורה. И в Римлянах написано, что оправдаться делами закона невозможно перед Богом. אף אחד לא יכול כי כולם חטאו וכולם חסרי כבוד אדוני. Потому что все согрешили и лишены Божьей славы. אתה יכול לנסות לעשות דברים טובים. Ты можешь пытаться делать хорошие вещи. אבל תמיד יהיה בתוכה איזשהו חטא, אם לא קיבלת את ישוע משיח. Но всегда будет внутри тебя какой-то грех, если ты не принял Мессию Иешуа. גם אם קיבלת, עדיין אנחנו חוטאים. Даже те, которые приняли, те тоже грешат постоянно. כולם חוטאים. Все грешат. אבל בגלל שיש לנו ישוע, כפרה הגדולה, Но из-за того, что у нас есть Иешуа и великая жертва, у нас есть оправдание. כתוב שאנחנו הצדקנו על ידי מוות שלו. Написано, мы оправдались его смертью. ורק זה יכול להביא אותנו נקי לפני אלוהים. И только это может нас принести чистыми, нас привести чистыми к Богу. לא את כל המעשים הכי טובים בעולם שאנחנו יכולים לעשות. Не самые добрые дела, которые мы можем делать. אלא רק מה שישוע עשה עבורנו. Но только то, что Иешуа сделал ради нас. אז יש פה שני דברים. Поэтому здесь есть две вещи. לעשות צדק ומשפט וחסד זה משהו שמתייחס לארץ הזאת. Любить милость, поступать справедливо, и это то, что связано с этой землей. זה מה שאלוהים רוצה שאנחנו, שיהיה לנו טוב באדמה הזאת. Это то, что Бог дает нам, чтобы нам было хорошо на этой земле. שוב ושוב המון פסוקים אומרים שיהיה לך טוב, שאתה תאריך ימים. שאתה תקבל ברכה אם תעשה את זה. Много мест Писаний говорятся, чтобы тебе было хорошо, чтобы продлились дни жизни на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. אבל אם אנחנו מדברים על עולם הבא, Но если мы говорим про грядущий мир, על חיי נצח, про вечную жизнь, אז זה לא מספיק. То этого недостаточно. רק אמונה בישוע משיח. Только вера в Иешуа Мессию פותחת לנו את השערים, открывает нам эти врата, להיכנס לאלוהים, чтобы мы могли прийти к Богу. אני חשבתי וראיתי תמונה כזאת כשהתכוננתי. Я когда готовился к этой проповеди, я увидел такую картину. חשבתי על האנשים, נגיד חסידים, או באמת יהודים חזקים שמאמינים באלוהים בכל הלב. Подумал про религиозных праведников, про евреев, которые верят в Бога всего сердца. אבל דוחים את ישוע המשיח. Но которые отвергают Мессию Иешуа. תחשבו איך בן אדם יכול לבוא למשפט. Подумайте, как человек может прийти на суд. והוא ישפט אצל מי שהוא דוחה אותו. И он будет судиться у того, кого он отвергает. כי כתוב שאלוהים נתן כל המשפט
לבנו. Потому что написано, что Бог весь суд отдал сыну. שאלוהים לא שופט אף אחד, אלא ישוע ישפוט את כולם. Что Бог никого не судит, он весь суд отдал своему сыну Иешуа. והנה אתה בא למשפט ואתה עומד מול זה שאתה דוחה אותו, אתה אומר לו, אני לא מאמין בך. И вот ты приходишь на суд перед тем, кого ты отверг, и говоришь, я не верю в тебя. זה שהוא צריך להיות מלך המלכים ולמלוך אלף שנים בימות המשיח, אתה אומר, אני לא מקבל אותך כמלך. Тот, который является царем царей, будет править 1000 лет в тысячелетнем царстве Мессии, ты говоришь ему, я не верю, не принимаю тебя как царя. אז איך אתה יכול להיכנס לזה? Так как ты можешь зайти туда? אין לך פשוט דרך. Нет никакого пути. בגלל זה ישוע אמר, Поэтому Иешуа сказал, הדרך, ואף אחד לא מגיע לאב חוץ מדרכי. Я есть путь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. לפעמים אנחנו חושבים שדרך זה רק אם אתה מאמין בישוע. Иногда мы думаем, что путь это только если ты веришь в Иешуа. מה שאני מנסה להגיד, שזה שישוע שופט אנשים, כולם עוברים דרכו. То, что я пытаюсь сказать, что то, что Иешуа судит людей, все пройдут через него. אין לך דרך אחרת לעבור לאלוהים, אם אתה לא עובר את המשפט הזה. Нет у тебя другого пути пройти к Богу, если ты не проходишь через этот суд. אתה חייב לעבור דרך ישוע. Тебе нужно пройти через Иешуа. אם אתה מאמין, הדרך כבר סלולה. Если ты веришь, то путь уже открыт. אם אתה לא מאמין, אתה בא אליו למשפט. Если ты не веришь, то ты придешь на этот суд. ואם פעם אמרת, תשמע, אני לא מאמין בך. Если когда-то ты сказал, я не верю в тебя. אני לא מקבל אותך. Я тебя не принимаю. אז מסקנה היא ברורה. Тогда вывод ясен. אז מה שאני רוצה להגיד לכם. То, что я хочу сказать тебе. כל יום יש לנו הזדמנות לשרת אחד לשני. Каждый день у нас есть возможность служить друг другу. זה מה שאלוהים רוצה מאיתנו. Это то, что Бог хочет от нас. לא להביא קורבן. Не приносить жертву. היום אתה לא יכול להכניס את עצמך לבלנס כמו שיכולת פעם כשהבאת קורבנות. Сегодня ты не можешь пойти тем путем, как когда-то, когда мы приносили жертвы каждый день. כי היום יש קורבן אחר. Потому что сегодня есть другая жертва. שמתחילת בריאת העולם, אדמו היה מכפר עליך. Которая с начала творения мира, его кровь искупляла тебя. אבל אם אתה רוצה שיהיה לך טוב, תעשה את מה שאלוהים מצווה. Но если ты хочешь, чтобы тебе было хорошо, то делай то, что Господь заповедует тебе. אל תחשבו רק על עצמכם. Не думайте только о себе. תעשו חסד. Любите милосердие. ותלמדו ללכת צנוע לפני אלוהים. И научитесь смиренно, мудренно ходить перед Богом твоим. בוא נתפלל. Давайте мы помолимся. ואנחנו נתקע בשופר עוד פעם. И мы опять будем трубить в шофар. אבא, אני מבקש. Отец наш небесный, я прошу. שאתה תשנה את הלבבות שלנו. Чтоб ты изменил наши сердца. אתה כבר נתת לנו את ישועה. Ты уже дал нам спасение. אתה כבר כיפרת אותנו. Ты уже искупил нас через Иешуа. אבל אנחנו חיים פה באדמה הזאת. Но мы живем на этой земле. אנחנו מתמודדים עם בעיות שיש מסביבנו. Мы сталкиваемся с проблемами, которые есть вокруг יש нас. יש אנשים שאולי לא כל כך אנחנו אוהבים אותם. Есть люди, которых мы не любим. ואנחנו מבקשים, תעזור לנו להסתכל עליהם בעיניים שלך. И мы просим, помоги нам смотреть на них твоими глазами. תעזור לנו לעשות חסד לאחרים. Помоги нам делать милость другим людям. תעזור לנו להגיד אמת ולעשות משפט צדק. Помоги нам говорить, любить правду и справедливо поступать. כמו שאתה אמרת, תהיו קדושים כי אני קדוש. Как ты сказал, будьте святы, потому что я свят. אנחנו מודים לך שאתה יכול לתת לנו כוח. Мы благодарим тебя за то, что ты даешь нам силу. כוח שאין לאחרים. Силу, которой нет у других людей. כוח שהיא נמצאת בבנך האהוב. Силу, которая находится у твоего возлюбленного сына. תשנה אותנו, אבא. Измени нас, отец наш. אני עכשיו מבקש עבור אנשים ש לא מכירים אותך. Я молюсь за людей, которые не знают тебя. אתה אהבת את העולם ונתת את בנך. Ты возлюбил этот мир и дал своего сына. אתה אהבת אותי כשאני הייתי עוד בחטאי. Ты возлюбил меня, когда я был еще грешником. אתה אוהב אותי גם היום. И ты любишь меня и сегодня.
ואתה רוצה לתת לי תקווה חדשה וחיים חדשים. И ты хочешь дать мне новую надежду в новой жизни. אני מבקש, תסלח לי, אבא. Я молюсь, прости меня, отец. תעזור לי להיכנס למלכות שלך. Помоги мне зайти в твое царство. תעזור לי להשתנות. Помоги мне измениться. קדמה יקר נשפך עבורי. Потому что драгоценная кровь пролилась за меня. ואני מקבל את ישוע כמשיח. Я принимаю Иешуа как своего мессию. אני מודה לך, אבא. Я благодарю тебя, отец. Аминь. Аминь.